В Доме культуры «Аэлита» для них подготовили праздничную программу «День добра и уважения». По словам самих пенсионеров, такие акции делают их жизнь насыщеннее. Нас не забывают, нас приглашают. Мы танцуем, пляшем, поем и смотрим, как пляшут все остальные. То есть мы живем в Сочи, мы живем полноценной жизнью. Поздравили пожилых сочинцев представители администрации Хостинского района и самодеятельные коллективы города.